На 11-й минуте встречи Никита Анохин с передачи Вячеслава Шевченко и Родиона Амирова реализовал большинство тороса. К успеху привели умелые действия на пятаке гостей. А через 3 минуты уже в равных составах нефтекамцу удвоили счет. Антон Пачин, поборовшись у борта, завладел шайбой, устремился к воротам «Металлурга» и переиграл голкипера гостей. За 7 минут до конца основного времени Новокузнецк сумел лишь сократить отрыв. У гостей отметился Валерий Поляков. Торос побеждает со счетом 2-1 и поднимается на 5-ю строку таблицы. В субботу нефтекамцы сразятся с «Торпедо» из Усть-Каменогорска.